Всех приветствую. Вот у некоторых существует такая проблема, равно как и у меня, что вот своего железного коня, велосипед, на даче некуда поставить. Он обычно подпирает заборы, лавочки, какие-то другие предметы. Иногда падает. Либо, если у него есть подножка стационарная, то не всегда везде ровная поверхность, и он тоже неустойчив. Поэтому у меня возникла идея сделать деревянную подставку для велосипеда, состоящую всего лишь из 4 досок. Максимально примитивное изобретение, легко переносимое в разные места парковки для велосипеда. Итак, сейчас замерим будущую длину нашего велосипеда и определим длину боковых упоров для него. Вот таким образом я подставил доски. Сейчас измерим рулеткой длину. Длина получается 73 сантиметра. Ну и ширина нашей подставки будет 70 сантиметров. Потом по месту уже можно будет отпилить лишнее, либо оставим так, как есть. Доску буду отрезать с помощью вот такой вот пилы. Купил ее недавно. Обзор на нее есть в моих прошлых видео. Кому будет интересно, ссылочка будет справа, в верхнем углу. Начинаем пилить. Сейчас условно соберем нашу подставку и посмотрим, как будет примерно это выглядеть. Вот так примерно будет выглядеть в собранном состоянии наша подставка. Здесь мы учтем ширину самого колеса, выставим ее потом дополнительно. Сейчас снизу крутим саморезы, чтобы зафиксировать вот эти доски. И для наиболее хорошей жесткости мы еще здесь, с каждой стороны, сделаем по 2 косынки. Вот сейчас я нашу конструкцию перевернул, поставил с ног на голову и буду крепить их саморезами.
Закончил я сборку подставки для велосипеда. Ну, вот как видно, элементарная конструкция, 4 доски. Но очень функциональная вещица получилась. Не стала делать эти поперечные косынки еще с каждой стороны по 2 штуки, как планировал. Потому что вот я попробовал на силу вот эти доски, боковые распорки. Они очень так крепко стоят, жестко достаточно. Но не вижу смысла больше еще дополнительно усилять конструкцию. Снизу я их прикрутил на соты и саморезы. Это на видео было видно. Поэтому такого функционала, в смысле жесткости, достаточно. В чем же преимущество такой подставки для велосипеда? А в том, что ее можно перемещать по участку и организовывать парковку велосипеда в любой части. Например, как вот здесь. Или вот здесь. Либо в этом месте. В общем, можно подставку для велосипеда ставить там, где это просто удобно для его использования. Там, где тень, там, где нет дождя. В общем, где заблагорассудится. В общем, на сегодня мы закончили работу с подставкой. Всем до встречи. Пока-пока.